ребята, взяла, домой занесла я пакеты, взяла с собой другой телефон, что в том мне вообще не понравилась стабилизация. Но есть другой телефон, вроде как должен плавнее, не знаю. Я потом дома посмотрю на монтаже. Но только он на широком угле, я могу им снимать широкий кадр. Может, плавнее будет картинка. Ну, то я так для себя, короче. Бо я глянула файлы, что наснимала. Блин, ну трясучка, просто желешка какая-то. Короче, так, деньги я взяла. Взяла. Иду я, наверное, схожу. В этих магазинах, понятное дело, да, много игрушек. Пойду я схожу в «Аврору», посмотрю, что там есть. Может, что-то новенькое привезли. У нас сейчас тревога, но вроде бы «Аврора», ну, уже не закрывается на тревогу. Раньше закрывалась, все типа покиньте магазины и все. Вот. И посмотрю, что там есть. Что-то набрать бы, что-нибудь интересного еще. Такой туман у нас опустился. Не знаю, телефон передает или нет, но у нас выше домов все такое в туманчике немножко. Ну, вы знаете, я вообще не замерзла. Нормально. А я сегодня вообще не планировала рыбу покупать. Я сегодня собралась эти кости тушить. Которые рагу, мясные косточки. Они уже разморозились, а я, блин, рыбу купила. Ну, я не люблю карасей. Если я купила, то надо их сразу и готовить. Я не люблю их замораживать. Можно почистить их в морозилку, но я не люблю их замораживать. Они потом все равно меняются. Структура как-то у рыбы. Поэтому надо сразу жарить с пылу и жару, пока они живые припыхаются. Тут тоже новогодние игрушки разные есть. Эти колокольчики такие красивые. Шарики. 55. А, стоять. 6 шариков таких. Тут красивые. Конфетки. Ой. Сейчас все обсмотрю. Что это такое? Моя Мари. Моя Мари Гейм. Что оно такое? Музыкальная игрушка или что? Что тут? Для активного развитку дитини. Цифры, что тут? Что оно такое? Нажимай и играй. Просто музыка, что ли? Интересно. И вот еще такой же. Наборчик. Это типа кофемолка, чи шо? Машинки маленькие. Ой, прикольно. Там вертоль... Ой, сумочки такой вот. Поэтому думаю, может, какой-то еще мелочевки такой много-много набрать. Вот, смотрите, в сумочке этот, машинки разные, ну, они похожи тогда, и вертолетик. А что оно? Можно посмотреть, сколько стоит, да? 55 гривен. Ну, я так пока пройдусь, посмотрю, а потом определюсь. Много их тут, этих сумочек. Цифры. Ценам рано еще цифры. Просто машинки. О, но зато у них, по-моему, дверь открывается. В этих машинках. А что тут есть? Угу. С этим, с грузовым отсеком. Прикольная такая машинка. И она еще есть еще в белом цвете. Такая же. Надо посмотреть. А там у нас ничего такого. О чем она? 149. Ну, недорого. 149. Так, тоже как вариант. Тоже как вариант. Молоток какой-то. Ой, не это. Какая машина. Тут все навалено так. Микрофон не. О, паровозик. Это кто? Просто мягкая шея. Так.
Это кто? Динозавр. Динозаврики. Такие машинки. Танк есть. Это что такое? Не знаю. О! Кактус. Вот это вот трактор, да? Трактор. Танк. О, робот. За мне проще девочкам подарки выбирать. У меня просто самой дело. Ой, какой хороший. Ой, смотрите. Какой симпатюлечка. Надо именно копаться, тут куча всего завалено. Это что такое? Скорая помощь, да? Тоже ничего не открывается, просто крутится у нее вот эти штуки. Блин, тут музыка играет. Это будет нарушение авторских прав. Тут именно вот копаться, поняли? Рыться надо. Так, тут мелкие детали нельзя еще. Пистолет. О, мини. У него ничего не крутится. А, опускается. Такое. О. Может, куча машинок. Такое, никакое. Сейчас я посмотрю, почем. 44. Ой, короче, куча всего. Ты кто вообще? Дикобраз какой-то. Куча всего. А что тут? Эти конструкторы. Всякие. Самолет. Это что? Пазлы. Это пазлы. Короче, я еще такую штуку беру. Мне понравилось. Тем, что здесь вот это вот крутится. В этой, в бетономешалке вот это крутится. Вот тут не знаю что. Вот здесь вот это поднимается. Еще такую штуку возьму. Мне понравилось. Вот, короче... Ищу альмикорм, что-то тут все для кошек, для кошек. Почему все кошачье полностью? Где корма для собак? Кошки, кошки. И тут кошки, и тут кошки. Что-то для собак вообще ничего нет. Кошки, кошки. О, все. Тут только курица. Вот этот я пробовала. Неплохой, но он с картошкой. Делаю овощную картофлю. А сколько он стоит? Девятнадцать нет смысла. Она вот этот педигри лучше кушает, но только с говядиной. Не этот. Нема. Шестьдесят четыре. Что, не появились эти шинковки? Шинковки вот. Мам,
Ну, нам вот она. Украшательство. Все, ребят, вышла. Я ничего не стала, там что-то не выбрала кондиционер для этот самый. Там такая толкучка, столько людей. Не пройти, не проехать. Этот взяла я все-таки. Почему-то мне они так понравились. Я их взяла. 99 гривен. А хай будет. Вот, и сейчас этот, пойду, схожу. Там я на Николайчика Лени тоже что-то присмотреть. У меня есть кое-какие идеи. Сейчас схожу. Это самое. Ну и так на новогодние праздники. Пока у меня сегодня свободный день. Ну, полдня. Решила прошвырнуться немножко так вместе с вами. Ну вот. Сейчас пойду в один магазинчик зайду. Вот и бы не хочу. У меня по продуктам все есть, мне ничего не надо. Вот. Хоть прогуляться. Я так редко хожу много по магазинам. Я в основном так целенаправленно зашла, купила, вышла. А вот так, чтобы бродить, смотреть, давно такого не было. Если бы Лена со мной пошла, было бы прикольно. А так мне одной скучно. Хоть с вами тут немножко поговорю. Так, пельмени. Галя балована. Пельмени у меня есть, не надо. Еще не доели. Телефоны мне не надо. А что, и так куча телефонов, блин. И мне все не нравятся, как снимают. Так, тут у нас планируют открывать какой-то новый магазин. Тут что-то строят, перестраивают. Раньше почта у нас была, сейчас они переехали. Вот. И что-то будет тут на втором этаже, на первом. Не знаю, что. Вроде бы, как я там читала, что может Аврора быть. Но было бы хорошо. Потому что большое здание по сравнению с вот Авророй. Я только что из нее вышла. Там, конечно, вообще такая толкучка. А вот и елочка наша. Ну, еще, видите, только поставили. Я так думаю, что ограждение поставят какое-то красивое. И эти... Так, сейчас сюда перейду. Ограждение, игрушечки будут на ней. Вот такая вот красивая елочка. Голуби уже тут ждут еды. Ой, то я никакой пакет не взяла, сумку не взяла. Еще, ребята, написали вы мне спасибо много комментариев за этот, скажите, я вам скажу, за это масло. Вот, что, в основном написали, что Юля, это какая-то бодяга. То есть это не настоящее масло. Значит, есть несколько способов. Один из них я выбрала, как проверить, настоящее оно или нет. Если настоящее оливковое масло, то оно должно, если в морозилку поставить, что я сейчас и сделала. Ну, конечно, не всю бутылку, я налила в рюмочку и поставила в морозилку. Оно замерзает, в отличие типа от других масел. Оно должно замерзать и побелеть, стать какого-то белого цвета. Я поставила сейчас на данный момент в морозилку вот это масло, что купила, якобы оливковое, и то, которое типа олейна, вот это с АТБ дешевое. И посмотрим, что будет. Я думаю, через час, пока я тут поброжу, может, уже там процесс. Интересно. Никогда я масло подсолнечное в морозилку не ставила. Посмотрим, что там выйдет. Вот. И спасибо большое, много советов по поводу выведения пятен с куртки. Вот. Но я вам скажу так, что я вывела пятна, ребят. Вывела. Нету пятен. Я в шоке. Сначала я солью, помните, я рассказала, солью посыпала, ее меняла, опять втирала. Потом я хозяйственным мылом мокрым прям намазюкала так. А потом, ну я же потом только вижу ваши комментарии. А сама допетрила, сама даже думаю, так, посуду я мою чем? Оно же жирорастворимое, обычное моющее средство для посуды. Я налила прямо так густо. Так, мне надо перейти дорогу. Наверное, я это сделаю здесь. А я не успею, светофор уже. Ну ладно, постою немножко. Короче, или успею я? А ну-ка. Давайте. Я успею. Бегу. 5,
4. Все, есть. Молодец. Так, за что я говорила? И налила так сильно. Все, потом машинка освободилась, потому что у меня там одеяло стиралось. И я отправила в стиралку. Ой, тут успею тоже. Успею. Отправила в стиралку, стойте. И на удивление я достала куртку, но там было не понять, она мокрая была. Высохла она. Ребята, ни одного пятна вообще, абсолютно. А пятен нет. Я так довольна, так счастлива, что не надо куртку покупать, поняли? Капец. Они сейчас так дорого стоят. Так, магазин, который мне надо, где-то здесь находится. Я в него редко хожу, захожу. Тут всякое разное. Посудное там и для дома что-то. Сейчас. Я была в нем всего пару раз. Он открылся у нас еще давно. Зайдем. Поглядим, что тут есть. Family. Для всей родины. Знаете, что такие пледики мягкие. Вот они, как их много. Короче, по секрету вам скажу, я хочу Лене подарить вот такое мягенькое. Она давно хочет. Вот. Но я в других магазинах смотрела, там выбор маленький по цветам. А тут она любит розовый. Но качество мне не нравится. Смотрите. Это не то. 470. Я хочу покачественнее. Хотя бежевое неплохое. По скидке. Чешу. Не по скидке. 455. О, это потолще. Но оно более жесткое. Я хочу, чтобы оно прям мягкое было. Размер. Какой размер? Пока смотрю. А размеры где здесь указаны у вас? Сейчас смотрите, им надо ушки. Ага. Евро это полуторки. А евро это 2,20? Угу. А это полторашки, да? Полторушки, да. Угу. Ну, их меньше по цветам, конечно. А эти какого размера? 1,80 м, наверное, да? 1,80 на 2 или на 2,20. Угу. Это тоже еще 2 евро. Метр 80 точно. На 2 или 2,20. Угу. На 2. Угу, просто. Просто на 2. Метр 80 на 2. Ну, тут чайники эти есть обычные. Обычные. Что у меня кроссовок скрипит один. Контейнеры. Полотенце. Ну, в принципе, одно я выбрала. Это мне понравилось. Оно, конечно, не розовое, но 625. Что это?
У меня один кроссовок скрипит, хожу, блин. Ой. Ну, розовые те, которые там есть, что-то мне они не очень понравились. Вот это вот беленькое, в принципе, оно такое универсальное. 625, но там размер евро. Получается 1,80 м на 2,20. Ой, 2 на 2,20. Это очень большое, потому что диванчик у нее небольшой. Все, можно там завернуться. Вот. А те, которые полторашки, по цветам и по качеству мне не понравились. Во-первых, я хочу, знаете, чтобы оно было как микрофибра, такое прям мягкое-мягкое. Такое приятное. Она давно такое хотела. Ну, она не смотрит мои видео, поэтому она не будет знать, что я ей хочу под подушку положить на Николайчика. Ну, сладость. У меня уже куплены они, кстати, давным-давно. Я вам не показывала. Вот. И вот это вот одеялко хочу. Пледик такой. Она мне просто давно за него говорила. И недавно что-то говорит: мама, нифига себе, у Альмы этот есть место свое такое вот. Сейчас. Такое мягкое из микрофибры. А у меня такого мягкого нет. Ну, как раз ей такое хочу. Ну, еще пройдусь по магазину. Так, что-то я на рынке хотела. Я сейчас зайду, возьму хлеб. Черный закончился хлеб. Короче, я вернулась с того, что начинала. Так, машина, ты меня пропустишь? Чи ты проедешь? Не хочет пропускать. О, спасибо большое, благодарю. Пропустил. Сейчас зайду хлеба, короче, возьму. Дайте, наверное. О, Боже. Я скажу, какая она у вас яркая. Так. Редиску в прошлый раз покупала, блин. Никто у меня не ест. Что-то ее не зашло. Попортилась, выкинула. Капуста. А почем капуста? Это та, что на квашение, да, на подходы? Уже дороже. А я брала по 15. А уже 25. Нифига. Нифига. Селепо по 120. Капуста. Она должна быть беленька. Это зеленое. Все только в одном месте. А я взяла лени эту зеленую штучку. Помело. А чем капуста? Какая? Да. 25. Угу. Уже подорожало, да? Ну, все подорожало, девочки. Первое число. Значит, я дешевле и не найду. А редьки? Редьки нет. Я хочу редьку. По 25, блин. Ой, сало. Сало. А почем сало? Есть там разные сало. 250, наверное. Дайте какой-то крас. Какой-то кусочек. Не-не-не-не-не-не-не. 250. А соленая уже почем? 350. Угу. Брать, не брать, не знаю. Подожди, это кусок завесит на гривен 300. Слушайте. Но там еще есть один. Так, ну, по капусте понятно. 25. Там еще есть один. Вот эти.
есть еще один магазин мясной. Я сейчас пойду, схожу, посмотрю, почем там сало. И если что, то я, наверное, вернусь все-таки. И, ребята, возьму кусочек. Потому что я без него не могу, не успела на цветопад. Потому что я без него не могу. У меня, когда сала нет в холодильнике, все, я голодна. Так, а почем? О, редька есть. А почем квашеная, интересно, капуста? А почем квашеная капуста? 50. Сколько? За килограмм? Да. Угу. Добрый. А редька? А редька по 25 гривен штучка большая. Там есть по 15, по 5, по 5 гривен. Ясно. Хорошо, спасибо. Нифига, надо редьку самой выращивать, ребята. 25 гривен штучка. Это бизнес. Бизнес можно делать. А я, если честно, что-то замерзла. Что-то уже подмерзла. А вы мне знаете что? Напишите в комментариях, как снимает этот телефон. Это дешевый, недорогой телефон, смартфон. Мне интересно, как он этот самый, как он снимает. Потому что я сейчас иду очень интенсивно на данный момент. Здравствуйте. Здравствуйте. Я потом только узнаю, кто это. А я же иду, никуда не смотрю. Так. Микс фуд, то не то. Где-то тут был мясной магазин, хочу посмотреть. Ну, в одном магазине сало по 300. Вот на рынке, правда, такое-то, оно открытое, ну, его помыть, понятное дело, да, оно под открытым небом стоит 250, но там такое хорошее, мне кусок понравился, вот, магазин у мясника, я сейчас зайду, кусок понравился с такой прослоечкой, у меня аж слюни потекли, вот, я сейчас тут гляну, но уже время к обеду, я думаю, что разобрали, наверное. Здравствуйте, а сало есть? Вот такое, ленинградское. Где? А, хорошо. По 160. А на засолку оно жесткое, да? Наоборот. Это наоборот? Конечно. Ага. Так, вы режете его, да? Конечно. А можете показать так его? Угу. Прям с мясом такое, да? Почему оно не нравится? Оно не будет, да, как жвачка, что такое не жуется? При засолке нормально, да? Ну, давайте килограммчик. Я вам отрезаю, так, сейчас. А я не знаю, смотрите, как... Ну, да мне все равно. А тут, смотрю, эти хрящики, да, с этой стороны? Да, да. Подождите, дайте я их нащупаю. Все беленький, бачите? Да, все, ну, буквально все вам. Ну, смотрите, могу вот так. Ой, давайте там без да. Давайте. И тут более сольное, чтобы... Угу. Половину, да? Да. Потому что на рынок зашла там по 300, по 250. Или килограмм надо. Или сколько? А вы съесть этот кусок? Сколько он? Так, кило 800. Напополам будет, ну, 900. Я забираю весь. Весь? Да. А печенки говяжьи не бывают у вас? Нет, только свиная и куриная. А свиная почем? 70. Ага. Так, и свиной печенки мне грамм 700. На 50 гривен примерно, так чтобы вышло. Рюкрашки 120. Взяла я сало. Ну, я надеюсь, что я несколько раз переспросила, можно его засолить или нет. Но цена привлекательна по сравнению с 300, по 160, блин, это даром. Так, знаете, что еще хочу я? Хочу кое-что спросить в детском. Оп. Пошли. А, девушка, подскажите, есть наборы, что там отвертка, типа плоскогубцы? Да, есть. Что-то для маленьких.
приучать к труду. Есть вот в таких вот чемоданчиках. Не как чемоданчик, а вот такой вот. Тут вот все, что нарисовано вот сзади, вот оно идет. А есть прям вот такой вот чемодан. А вы их не раскрываете, они запечатаны, да, смотрю? Да, там оно закрыто. Угу. И почем вот этот зелененький чемоданчик? Такой 350, а вот такой вот 430. Он просто как в виде чемодана. Я поняла. А, я такой видела уже, да, в магазине. Вот, ну, тут, видите, даже не написано, что там да, идет. Да, да, я тоже смотрела. Тут его открыть можно. Угу. А нет таких, я в интернете видела, как мозаика. Креативная. И можно отверткой там вкручивать да, их. Нету, такие, нету креативная такого. Мозаика называется. Ага. Нету у нас такого. Угу. Сейчас было раньше, такого нету. Есть вот наподобие такого, ну что здесь вот такой вот синий трактор, он идет, раскручивается. Он разбирается там на болтики, снимается. И вот такого вот плана, крутвет. Летячий конструктор йде. Тут бачите, багато всього розкручується, розбирається, отверточка, різні насадочки, і потім обратно це все можна закрутити. По чому? А он от скольки лет? 3+. А, 3+, нам 2. Знаем, мелкие детали. Ну, это сильно мелкое, да, такое будет. Да, наверное. Это, ну, инструменты еще, да, идут. Так, хорошо, спасибо, я еще пройдусь, ну, подумаю. 350, да, вы говорили, зеленый, да, этот? 350, хорошо, да. Спасибо. Так, где еще? А вон там еще есть детский магазин, сейчас там посмотрю, поспрашиваю. Я сегодня вас затаскала, потому что мне скучно самой. Совсем такое. О, барабан. Это радость для родителей. Барабан. Я в прошлом году машину дарила. Скажите, есть наборы? Так, отвертка, плоскогубцы для маленьких. Такое что-то. А, почем? 280. Угу. Он не открывается, чтобы посмотреть, да? Да, у меня тут его вот открывает. Ну, там все есть. Угу. Алло. Так. 160. А нет таких, типа, как мозаика и отвертка там вкручивать, вот такое, знаете? Давай, скинь. Я в интернете бачила, не знаю, как они называются. За 800 набор уже немає. Угу. Там, шуруповерт такий. Угу, угу. Да, батарейка. На батарейках, да. Угу. Так, ясно. Есть такі набори здорові? Прям такі. А, 800. Я поняла, нет, це мені дорого би. Ну, либо ось такі ще є. Да? Угу. Молоток, отвертка. А, и тут даже есть, что вон можно что-то, наверное, вкрутить, да? Ну да, туда вкрутить. Угу. А тут есть такое, во что именно вкручивать? Нет, нема. Просто. Угу. Так. А от скольки ли? А, 3+. А этот? Не написано? Мне типа это 3+. А, я поняла. Для двухлетней, наверное, мелкие, да? Вот это ну, вот. Не знаю, кому як. Хтось бере, хтось не, хтось боится. Угу. Если под присмотром, ну, так да. Вот, да. Вот, ё-моё. Что ж мне взять? А вообще, что берут для
двухлетних, может, вы что-то посоветуете, да, я посмотрю, любит засовывать, высовывать, закручивать, что-то там. А молоточку не стукаешь? Ну, вот есть такие, вот, например, сортеры 450 веселі пригоди, там молоточком стукать, на моторику рук воно, ну, класна така штука, беруть таке. Беруть. Наче щось наподобіє є. Ось таке, беруть пірамідки на логіку, теж треба засовувати правильно. А чим воно? 280. Ось такі є. Беру теж. Да, просовувати треба. Шарики, моторика, рук теж йде. Ось такі мультибокси беруть. Ну, така пірамідка невеличка є. Ой, все, купила. Короче, вот такую я там дальше уже не снимала. Короче, вот такая вот штука. Он любит все, даже вот в машинках каких-то, он открывает двери и туда засовывает всякие вот эти вот зверюшки там маленькие, вот эти, все засовывает, засовывает, потом высовывает, опять двери открывает. Ну поняли, да? Ну, мне так Женя сказала, что вот этим он сутками занимается. Вот, и я этот самый, говорю, может, вы мне что-то посоветуете? Она посоветовала вот это вот. Короче, я потом дома лучше покажу. Вот такая штука, открывает по кругу двери. Открывается каждая дверь, есть ключи там где-то сзади, сверху еще вставляются фигурки по размерам, по цветам, короче, вот такая вот. И туда, получается, как комнатки такие, сейчас я остановлюсь, покажу, как комнатки внутри такие, туда можно, если в кабину машинки можно запихивать, то я думаю, что и сюда, смотрите, дверь открывается, все, ключи разные по форме, смотрите, видите? Они все разные. То есть замочная скважина тут такой формы, тут такой формы. Поняли? Тут такой. Надо подобрать ключик. И внутри там фигурка еще лежит. Вон там не видно, а внутри лежит фигурка, которую сюда засовывать. Разный слоник там, то все. И внутрь этой каждой комнатки еще можно напихать каких-то героев. Поняли? Вот. Ну и сверху он вставляются такие штуки. Вот. Ну, не знаю, мне понравилось, значит. Вроде как оно. Машины есть. Этот экскаватор есть. Плюс я же еще наборчик машин купила. Не знаю, зачем они мне понравились просто. Вот. И вот такая штука. Ну и все. Вполне, я думаю, достаточно. Так, все, я уже есть и хочу, ребята. Так. Це я съемку делала на старый телефон. А сейчас, пока я до подъезда. Це я так для себя, ребята, сегодня больше. Больше для себя, наверное, чтобы посмотреть качество. Вот. Но и для вас, конечно же. Вы же со мной ходили, что ж. Я вам покажу. Так, а это я на свой телефон. Я хочу проверить именно стабилизация. Вот, тряска. Вот картинки как трясется. Это я для себя, ребята, хочу проверить. Вот. Иду точно так же, как шла с тем телефоном. Но мне кажется, что он дуже как-то трясется. Вот. Здрасте. Что со штангой ковры стирают, чешу посеред зимы. Все, что уже зима началась, ребята. Зимушка, зима. Так, ну все, мне этого достаточно для сравнения. Я пошла домой обедать. Карасей чистить надо еще. Вот я себе проблем наделала.